Please welcome Яна Чурикова, you know her. And Андрей Малахов. Друзья, для присутствующих здесь журналистов должны объяснить, что процедура, которая сейчас будет происходить на ваших глазах, называется жеребьевка мест в первом полуфинале, во втором полуфинале, а также тех пяти точно известных мест в основном финале, который пройдет 16 мая. А также мы сегодня определим порядок голосования всеми странными участниками в конце финала Евровидения. Oh, how he sang. Today we'll see how he choose. It was great show right now. Номер 17 выбирает Мальта. 16 группа Fleur de Lis от Португалии появится на сцене. Пожалуйста, дайте нам на экраны списки для второго полуфинала. Албания, complete the list. Я надеюсь, что обо мне никто плохо не подумает. И никто не пожелает мне зла после, да, после вытащенной какой-нибудь второго номера выступающего. So, now the procedure will be approximately the same. We have five countries who are already in the final. So Big Four and Russia. Please remember where you live, Дима. Абсолютно не страшно и не стыдно, потому что этот номер был в моей жизни уже. В общем, Дим, ты повторяешься. У нас Билан ведь не может без каких-то символических вот этих вот всяких штучек и дрючек. Потому что, конечно, это надо умудриться. Вытащить номер 10 для России. Это номер, который ему принес первую удачу на Евровидении в Афинах. Так называемая золотая середина. Я думаю, что Настя будет очень довольна, и для нее, дай бог, чтобы этот номер действительно стал счастливым в ее жизни, и потом все, что у нее в жизни происходило, было связано с номером 10. Вот да ладно! Да, я... Так, хорошо. Ага. Все.